Ирина узнает, что месяц назад в Лужниках произошла еще одна трагедия. Гимнастка Гордеева покончила с собой, бросившись с моста. Ирина выпытывает у Ладлены подробности вскрытия. Девушки изучают место гибели Гордеевы и вычисляют, что это было не самоубийство, а несчастный случай. Аня переезжает в Проскурину, но чувствует себя лишь гостьей в его квартире, где все напоминает о его погибшей семье. Катерина наконец замечает ухаживание Григория и начинает отвечать взаимностью. Соня после очередного сильного скандала со свекровью попадает в больницу.